Храм под открытым небом, древний календарь или обсерватория, назначение таких сооружений, как Стоунхендж, далеко не всегда понятно историкам. Одной из таких загадок является Каланиш, самое крупное мегалитическое сооружение на территории Британии. Это культовое место находится в Шотландии, на западном побережье острова Льюис. Святилище, как установлено археологами, было здесь еще за 3000 лет до нашей эры, а свой нынешний вид получило где между 2,900 и 2,600 годами до нашей эры. Что представляет собой Каланиш? 13 групп камней, высотой от 1 до 5 метров, установленных вертикально, их называют менгирами, образуют круги диаметром до 13 метров. Самый высокий из камней некогда отмечал вход в захоронение пирамидального типа. Ученые считают, что святилище появилось в связи с культом Луны, но как это часто бывает в таких случаях, спустя тысячелетия трудно разглядеть истину за пеленой истории. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.